Его провел вице-губернатор Кубани Василий Швец. В совещании участвовал исполняющий обязанности глава Анапы Юрий Поляков. Также в делегацию курорта вошли главные врачи городской больницы, санаториев «Мотылек», «Анапа-Океан», «Дилуч» и других здравниц. Всего мероприятие объединило около 300 представителей региональных ведомств и учреждений. На совещании обсудили разработку механизма по взаимодействию врачей-поликлиник с краевыми здравницами, которые сегодня предлагают лечение по более чем 500 программам самой разной направленности. В частности, в ближайшее время у медиков появится полиграфический материал с информацией о лечебных и оздоровительных программах, которые применяют санатории, больнолечебницы и пансионаты. Об этом и других темах регионального совещания подробнее мы расскажем в завтрашнем выпуске новостей.